Итак, друзья, сегодня у нас практически конец апреля. Надо затариться на праздники. И поэтому я иду в Смарт. Вот такие у нас колясочки. Ну и мы сейчас наберем всяких овощей и фруктов. Такие у нас цены на фрукты. Вот это моя любимая голубика. Стоит она дорого. Виноградик. А мы возьмем что-то огурчики какие-то страшненькие. Возьмем помидоров. Итак, огурчики возьмем в другом месте. Надо взять много что еще. Масло, правда, 900 грамм. Обман. Брать не будем. Возьму другое. Вот литр. Сладкая жизнь. Надеюсь, у нас и у вас она сладкая. Ну, хотелось бы, по крайней мере. Такая у нас такой ассортимент макаронных изделий. На меня все смотрят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не люблю, когда на меня смотрят. Что у нас тут почем? Кассир первой кассы. Срочно займите свое рабочее место. Консервы и не только. Шпроты. Что-то шпротов захотела. Вот таких. Приду домой и съем. Рыбка. Я люблю вот это вот. Стейк форели. Кстати, она чуть-чуть подешевела. Что у нас тут еще? Что у нас тут только нет? Надо взять витамины в конце весны, нам очень полезны. Молоко. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Люди с работы хотят кушать, поэтому возьму сейчас вот такую мало. Ну, возьму все равно. Или побольше. Не, ладно, возьму вот это. Возьмем мяско. Вот такой окорок свиной на кости. Тоже возьму. Вот это, пожалуй, дешевле. Карбонат. Возьму карбонат. А вот это сдам назад. Это же не карбонат. Это окорок. Верну на базу. Вот такое у нас изобилие. Шашлыков всяких разных. Сейчас еще купим конфетки.
И пойдем домой. Ой, ты что-то много. Фирма Кунти. Где-то мы недавно такое покупали. Эти, кстати, неплохие. Много. Лучше на развес. Хотите оставить свои зубы здесь, покупайте золотой ключик и рис. Возьму. Итак, друзья, я купила товары на 2300. Сейчас приеду домой и покажу вам. Ну и выберем, что там можно купить на 1000. Из того, что я приобрела. Итак, что мы имеем? Шпроты в масле по цене 119 рублей, практически 120. Подсолнечное масло за 104 рубля. Капуста шинкованная с морковью, квашеная за 100 рублей. Свиной окорок на кости. Кремовое ришелье с фундуком. По 389. А свиной окорок на кости обошелся мне в 394 рубля. Золотой ключик 200. Вот здесь вот у нас килограмм. Здесь 250 грамм. И золотой ключик по 250 грамм обошелся мне в 94 рубля. Томаты тепличные 4 штучки. 600 грамм. 160 рублей. Шпик домашний. Вот этот маленький кусочек. 250 грамм, 150 рублей. И последнее у меня свинина. Шейка свиная охлажденная, 880 рублей. Вес кило 800. Ну и сейчас мы попробуем с вами определить, что можно купить на 1000. Что мы отберем, чтобы получилось 1000. Сейчас попробуем. Итак, друзья мои, мы убрали все, что могли. И масло, и риски, мясо, шпроты, и капуста, и помидорки. Вот это все стоит 1000 рублей. Но, в принципе, неплохо, учитывая, что в прошлый раз, когда я это все покупала первый раз, у меня на 1000 вообще практически ничего не было куплено. А сейчас живем. Всем пока, друзья. До новых встреч.